нашу команду. Также болеем, помимо футбола, болеем и за хоккейные команды. Будем болеть дальше за наших ребят, за наш Омск. Будем ездить помимо футбола на другие игры. Будем переживать и болеть. Самое главное, что мне удалось, это забить, чтобы мяч был в сетке ворот. Тогда показывали хорошую игру, показали с первых минут, кто дома хозяин. Ну, последние минуты сами видели, наверное, что мы поддавили. Было уйма моментов, все же не получилось забить.